Почему вообще нельзя это не выставлять? Ну, что это за херня? Что это было просто? Чувак, это топ вообще. Да вот такого надо больше в ТикТок грузить. Вот там понял, типа. Мишаня топ! Это что, Сэм Пилгрим покусал? Раньше искали все на форуме, знаешь, считали, а сейчас чувак в ТикТок заливает. Всем привет, друзья! С вами Саня Заряда и Игорь Гордон. Сегодня мы снимаем новую рубрику, назовем ее, не знаю, какой-нибудь ТикТок-минутка или что-то типа того, в мой день рождения. Буду рад, если вы поставите лайк этому видео, будет такой авансик, четенько. И новая рубрика будет заключаться в том, что мы зайдем в ТикТок, напишем хэштег МТБ и будем смотреть ролики, какие там будут выбивать предложки. Поорем, посмотрим, что люди постят и что из этого выйдет. Так что приятного просмотра, лайк, подписочку и мы начинаем. Блин, у меня просто ТикТока еще вообще ж нету. Так я тоже его не веду, просто сейчас запись экрана. Вот, заходим в ТикТок. Так, теперь МТБ. Камера потухла. Ничего страшного, все нормально. Так, заходим МТБ, хэштег. И что ж, начинаем с первого. Моя новая рамка. Ролик, который вы видели в моих роликах, уже никогда не будет прежним. Я решил кардинально обновить свой велик и купил себе новую раму. Короче, чувак велик просто снимает после историю велика. Старый хозяин рамы, ну, мне кажется, тут не особо ничего интересного нету, да, можно переключать. Нам нужны видео там, где типа... Ну, мы будем листать, смотреть, что люди делают, смотри. Пизда рулю, понял? О, блин, вот это наш тип. О! Да, Витя, привет. Так, Витя Бондаренко, если ты смотришь это сейчас... То знаю, мы сразу о тебе подумали. Да, точно. Привет, 2015. Так, что у нас дальше? Не утек уже не тот. Подарок от девушки. Ну, давай посмотрим, что-то еще интересное. Мини-МТБ. Фабстрим. Нет, Фоспит Мост Лондон. В игре ты можешь гонять без всяких правил, но в жизни будь внимательным на дороге. И пристегни ремень. Пиздец, блядь! Было бы прикольно, если бы сейчас какая-то машина перед ним проезжала. Или если бы он ёбнулся просто в моменте, да? Да. Ну, о, Мишаня Ронис. Мишаня. Это точно то, что открывает, да, ребята? Ребята, я думаю, видео будет так называться. Встретили в ТикТоке Мишаню. Он еще молодой. Ну, пацак на уверенном. Особенно под такой саундтрек, тупо ванильный, да, это... Да ты шо вообще? Не, ну флэр топ тут, конечно. Хорош по олдскулу. Фрироид. Мишаня топ. Хорош. Фанаты Мишаня. Лайк сразу за Мишаню. Ну мы не будем прям все тупо подряд смотреть, просто будем листать ленту и какие вот приглянуться. Мишаня, если ты нас посмотрел, мы нормальные типы. Напиши нам комментарий там, пожалуйста. По-братски. Когда купил новое седло, а ну-ка. Вась, дух новый поднялся, не кожица какая. Ты чё, как у мамки твоей? Сынок, это, не обращай внимания, папа у нас это, с детства, с головой не особо дружит. А я-то знаю, что это, копилка. О, да, это... Тот самый прикол, когда какой-то твой друг приехал с новой сидушкой, надо накидать ему тогда монеты. Кстати... Бля, я такой херней не страдал. Реально так делали? Конечно, мне тоже накидали. Это ужасно, типа. I love stunt. Я учился этому 3 года и сам. Да. Не, ну респект, что чувак научился на таком контриничке, тупо Вилли, это круто. Дочь Сантур курит. Чё вообще? Нашел тут у своей 13-летней дочери в кровати вот такую вот заначку. Что у меня сын вот эту фигню курит, это вот она тоже этим занимается, да, в 13 лет. Это что такое? Это каканя, каканя, наверное. У девочки хобби нормальное. Да, это очень говорим, да, конечно. Смотри, гона говно. Самое опасное... А, это... Кенди Бандерони упал. А при чем тут Кона? Он же ж на Бергамонте вроде катался. Да, это было очень жестко. Блин. И у него, по-моему, кома была
Очень да, долго. Да, он, по-моему, почти полгода тупо провалялся только в кровати. Это жесть. Фух, да, спорт это жестко. Так. Сплошная пригорок на дачу еду. Интересный заголовок, да? Да, Игорь, ты тоже так едешь через сплошную? Я не знаю, вот этот трек реально на сборах бы где-то поставить за бугром. Прикинь, реально разминку делаешь на Европе. Ой, блин, контакт еще не вытянулся. Да, жестко. Начал разминка. Опять кона говно. Что я не могу понять прикол этого видео. Подожди, продаю двух подвес. Это типа как сравнение цен или что? Что типа ты за 25 тысяч гривен можешь купить себе Porsche или что? Не могу понять. Ладно, что-то... Ребята, если вы поняли прикол этого видео, напишите, пожалуйста, в комментариях. Вообще какая-то дикуха. Ты его вставишь, да? Ну типа да. Ну... Блин, а что, у нас закончились видео, что ли? А что, те, кто смог, оно? Это просто типы, которые дропы? Бам. Кстати, видел, смотри, с баром Бэмми приземлился мягче, чем... Да, это, конечно. Это не Фабио тут, нет? Да, Фабио, да, видно, да. Капец. Какие трюки сделать на, на этом мини-МТБ? Андрюх, у нас есть мини-самокат и мини-БМХ. Нам не хватает только мини-МТБ. Давай его сделаем. Как ты достал? Ну зачем вообще все делаем? Андрюх, вообще-то у нас миллионы просмотров. Чего? Да, пошли. Давай. Ну, а делать мини-МТБ мы будем, конечно же, из нового BMX. Ну, мини-МТБ из BMX, ну, тоже, типа, уже немножко не вяжется. Берем руль от МТБ. Правильно. Берем руль от МТБ. И ставим. Ну, а вилку, нет. Ну, да, вилки нет. О, что господи, что за гибрид? Что за ублюдок получился? Выглядит очень круто. А прикинь, сюда запихнуть этот сантур, который достали. Типы, которые любят как катать с горбом? Вот им как раз зашло бы, да, типа? Жестко. Какая-то жесть. Пацану миллион от этих смотрят? Да даже это 100 тысяч, по-моему. Че он такой загнул? МТБ по ней... Ну это чуваки, походу, просто... Короче, не знаю, что тут еще смотреть. Пойдем. Нам, ну, нам нужен... Это был топ. Сейчас посмотрим, что еще видео. Что ты говоришь? Нам нужен контент МТБ 2007. Есть здесь такая рубрика? Нету. А ну-ка, что вот это такое? Я ж мам, конечно. Актуально, тупо. Скид. Чувак, наклейка, тупо топ, респект. Это даже лайк надо. Я не знаю, его допекло, походу, очень жестко. О, топ 5 МТБшников, лучше Мишани. Чё? Лучше Мишани кто-то лучше есть? Лучше Мишани есть? Да нет. В Украине? Не да может ладно. Быть. Сейчас, наверное, никого не будет, наверное. Охуел Белс. Это типичные подписчики Мишани, походу, там, с садика. Все. Да, это больно. Это больно. Прикольно, летим на МТБ. Так, что тут еще топ? Ты смотри, может тебе какой-то проглянется? Мы летим. Ностальгия. Это что, 2007? О! А, так это тоже Мишани, друзья какие-то. Это фан Огородника. Ладно, его слишком много уже. Блин, Мишаня, ты все занял. Везде. Это я пошу в зале, чтобы летом делать пятак с банниками. Что-то он как-то неактивно пашет, да? Ну. А результате? Ну, на деле что-то нету, типа, не выходит. Да.
Чувак просто написал, подскажите, 170-миллиметровые шатуны подойдут. Раньше искали все на форуме, знаешь, считали, а сейчас чувак в ТикТок заливает, подойдет мне ли это запчасть. О, легендарные слова Мелодия. Подожди, мне просто интересно, сколько посмотрели его? Не сильно, да, но? Да, походу, нет. Смотри, топ споров в МТБ, ну. Топталки контакты. Фоксоршоп. Срэмшима. Ну, типа, да. Не могу не согласиться. Ну, смотри, легендарные слова Мелой. А ну. Мало с тем дедом одна тело. Я приехал. Когда понял, типа... Понял, что это за тип такой? Это же было, типа, друг Мишань. Понял, типа, когда тебя позвали покопать, ты приехал через 3 часа, говоришь, я приехал, типа, все уже покопали. Все уже уехали. Да, прикупил МТБ. Ого. Не, ну это солидно. Ну, чувак даже не запаривался до конца ролик доделать. Когда купил МТБ с Алика, ну это будет многообещающе, походу. А, да, Вишневый. Да, жестко ушло. Блин. Кстати, ты знаешь, он сейчас травмировался, он себе этот голеностоп вывернул, там вообще такая жесть. Так они только видос там снимали. Вот это. Ну, походу. Все улетел? Ну да, сейчас, что это такое. Как учить бар. Блин, я не могу это... Ну, в принципе, такие же самые эмоции возникают. Просто когда... бросаешь, и оно крутится. Или в пузо тебе руль попадет, одно из двух. О, фрироид, смотри. Это помнишь Ванка в Полтаве? Да, Ванка в Полтаве. Какой это год, 16-й? Да-да, где-то такое. Точно так же было. Да, было очень-очень дико. МТБ детали, 8,5 тысяч долларов, ну. Вот это 8,5? Вот это? Это ж... Чё? Ты просто тупо... Чувак перечислил США на детали и... Написал цены. За сколько бы купил эту... NFT? Да, кона. О, смотри, это походу пиво открывали уже. О боже. Кона не короче, ладно. Кона это как копейка Жигуль, походу. Ну да, смотри. Да, типа, и смотри, я ведро, туда... типа. Смотри, заставка уже топ. А, это ж одесские пацаны. Ну и все понятно. Dirt no hell. Так подожди, я сделал no food. Чувак, ты немного перепутал трюки. Но это опять же, помнишь, мы искали что-то на форумах, а чуваки уже просто заливают ролики в ТикТок и спрашивают, как вам трюк. Похуй на запреты, я касаню, где хочу. Батиски пашут жестко, гарик за рулем копчу. Нахуй стоп тарых, они пашут. Чувак, не знаю, ты садится на велосипед, походу. А почему нельзя нормальный трек какой-то поставить? Ну это ж какое-то убожество. Такое, да? Почему что-то? Вообще нельзя это не выставлять? Ну, что это за херня? Что это было просто? Сколько тут лайков? 173 лайка, ребята. Да, блядь, у меня просто на видео меньше, ну, типа... За что вы это пролайкали, ебать? Это дедизм. Вы обзор на МТБ. Ну, нормально. Цветочек. Обзор такой чисто 5 секунд, да? Типа, если все понятно. Потихоньку перехожу на МТБ. А, перехожу. По-украински написано. Походу, это подписчик Мишани еще один. Да? Парни, зацените звук. Перфоратор людина. Да. Блин, неожиданно, правда? А все ждут собачек. Вот и Химчук, походу. Ребята, вы серьезно, что нельзя нормальный трек какой-то подобрать? Ну при чем тут этот трек, вот этот, ну, к этому, к траку на бар? Ну, типа, серьезно.
чего это вообще было, этот бас-буст? Может, еще раз даже бас-буст? лайков. Что с этим миром не так? Ставь сюда просто сейчас. Циринг, 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 циринг. Циринг. Как хата на таты, циринг. Училка, вы самый тупой класс. Так что я сразу выбираю МТБ. Блять, кона в топе. 1062 лайка, чувак. А что в комментариях пишет? Как тебя... Там, как в этом ТикТоке паузу поставить? А ну, как тебе Ашан, Формула Спарк? Ты хорош, чел, норм, вел. Класс. Так. Это... Ета двух подвес. На слове выбираем МТБ можно было остановиться. Да. Мне кажется, что это не МТБ. Да. А раньше по коне фанатели, это был топ. Раньше выбора не было. Смотри, как я прыгаю, я вес 6-летнего. Малой красавчик. А, как прыгать малой 6 лет? Ты неправильно прочитал, Лодик. Блин, красавчик, вот такие малые, и за вами будущее, реально. Молодцы. Музыка вот этого оптик мне нравится. Хорош просто. Лучше. Это понял, ты там взял вот эти прокатные велики, тупо и помаслал шоссером дрюкой. Это лайк. 75 тысяч лайков заслужено. Всех девушек с 8 марта. Ну, это такой тонкий прикол, кто шарит, что это демо 8. Типа. Понятно. Очень жалко этот МТБ. Подожди, это что, Сэм Пилгрим покусал? Понял, смотри, Ашан, вот этот руль прихмашили, багажник какой-то. Руль тоже, как у Вити Бондаренко у бати, такой, типа, здоровый, ну, короче, неважно вообще. Все девочки строят ему глазки, что ли. Типа какой-то... Какой-то тормоз Алика, понял? Попробуй настроить эту хуйню. Ого! Это что, он в стол врезался, что ли? Жёстко, тип. Нормально. А что по комментариям пишут? Ну-ка, что там? Было четко слышен хруст безе. Вау, в натуре. Но это тоже у нас где-то кто-то снимал. Украинский ТикТок. Что, погнали? Что-то Мишаня много в нашем ролике, да? Хорош, хорош, хорош. Что, это лайк. Я сейчас еще раз хочу это посмотреть. Класс. Ребят, смотрите, вот здесь вот был построен такой небольшой скейт-парк, который был практически весь сделан мной лично, и финансирования на него никаких особо и не было. Поэтому вся своими силами, где-то брали дерево, где-то брали фанеру какую-то. Почти все было сделано из старого материала, ушло очень много сюда сил и времени, и тех же ресурсов. У кого есть возможность, понемножку каждый, если мог бы, помог бы доделать этот скейт-парк, и он на перспективу для детей, для нашей Украины, чтобы они развивались здесь дети. Дети до 13 лет здесь могут заниматься в этой школе бесплатно, поэтому дело хорошее, полезное. Короче, ребята, если вам нравится вся эта движуха, вы можете поддержать это копейкой. Ссылочку на карту Игоря я оставлю в описании. То есть по 5, по 10 гривен можете донатить. Конечно, ребята, я понимаю, что сейчас военное время, но Игорь начинал это строить еще до войны. Как бы видите, вот результат, вот это все. Вот это все Игорь построил сам. Так что, если у вас реально есть возможность и желание поддержать, я просто оставлю карточку и ссылку на Игоря в описании, и вы уже дальше сами с ним законтачитесь. О, Денис Чудовище. Да, это наши киевские чуваки. А ну-ка. Дроп любви. Класс.
Я, кстати, недавно там был. Ну, не знаю, я бы не прыгал такой дроп. Это просто на любителя. Я тоже как-то был. Ну, не хочу там прыгать. О! Короче, понятно, здесь тупо перечислили для всех блогеров, там подсобных, Кумир написали. Ну, естественно, что Мишаню сюда, Мишаню, куда же без него. Света Солар. Кто это такая вообще? Ну, это явно не она ехала. Нет, это имеется в виду, типа, подруга не интересует, а чувак, типа, наваливает. Да, это я чуть-чуть попутал. Блядь, это же ТикТок. Да, тут надо думать. Я выиграл. Смотри, опять, смотри. Что сказать по этому? Ну, нормально съехал по лестнице, да? Я выкопал. Патриотично было. Ты же понимаешь, что с велосипеда не пустят бы в убежище. Когда велик стоит за трёшку. Я выкопал для нас мою могилку. Чего вообще? 1317. Ну это сразу видно, что это наши чуваки типа делают. Твоем тобой будущее. Да. Это, знаете, это то же самое, когда, типа, ну, вот эти шутки на ютубе, типа, вставляешь, игнор, типа, на тебя проклятие, типа, ты не любишь свою мать и так далее, это пиздец. С этой рубрики? Ну, типа, да. Ловите 4 байка для фрирайда. Ну, это явно эти ролики подписчики Мишани делают, потому что, ну, это... Чё? Блин, надо тоже так видео сделать, куда ты... Ты чё, сейчас пизданётся? Чувак, ну мы знали, но я за это лайк поставлю. Красава. Воздух в камеру? А, это опять пехота. Понятно, ты, да, короче, Twelve O'Clock Boys его пересмотрелся. Опять Мишанин. С наушниками лучше. Ребята, вы что, в ТикТоке это дручуны на Мишаню собрались? Я что-то не могу понять. Одни из ТикТоков. Не, ну снимают. Ладно, он там снимает, типа, свои видосы, ну, один контент его. Да, ну вы тупо... Ну, все тупо забираете. Прикинь, свое как... создавайте. Какая у него база фанатов, что он тебя, да, снимает. Так, блин, пользуйтесь. Лол. Хорош. Да, это точно. Украинская доставка. Да. Блин, а помнишь в детстве, когда мы учились там столы прыгать, и попал такой, вот я вылетел там. А там, наверное, пачку сигарет не перелетаешь. А еще был мем, короче, типа, ожидание, реальность. Ожидание, ты там куда-то в стратосферу, там, понял, мемчик, типа, летишь, а реальность, там, спичку не можешь перепрыгнуть. Это, типа, жестко. И опасность там такая, да, как будто... О, смотри, это, по-моему, в России. Не, ну в теории можно сейчас. Чувак, ты дышит, как будто он задолбался. Я не знаю, как в практике. Прикольная пролетка. Но мне уже надоело ее смотреть. Запомните, если вы дома носите спортивный костюм, автоматически все, что вы делаете, считается тренировкой. Ты понял, Игорь? Если ты ходишь дома с пивом в трениках, ты автоматически... Так алкаши, которые все на спорте выходят, понял? Автоматически спортсмен. Пов, ты не долетел трамплин, услышал металлический треск на Санта-Крузе другого.
А что такое, типа, он звук? Вот, это какой-то трючок. А, это Last Rider, все, это классно катается. Топчик музыка. Пацик, но уверен. Зря же. Угу. Так, угорай уже полчаса. Ваня, ваше оценочное суждение, насколько мы в жопе из 10? Я думал, уже можно водить 20 баней. Да, хорошо, из 20 на сколько? 34. 413, ну это даже можно лайк поставить. Это что у нас? Почему ты улучшил за 15 лет? Чувак, это топ вообще, да вот такого надо больше в ТикТок грузить. Так самокритично еще, да, типа? Ну это типа к этому видео. Ну да, 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 ну это он удачно сделал. Так, а при чем тут МТБ? Может это что-то дрочь означает? Да. Куда ты лезешь, хватит? Хуя себе. Сравнение с трехистом. Идет и он жестко. Биба и Боба. Биба и Боба. Нашли друг другу посады. You are watching a master at work. Короче, понятно тут все. Это Last Rider тут делает, понятно, все. Мне кажется, веломастеру далеко пофиг, что вы ломаете свои рамы. В принципе, он зарабатывает на вас денег, так что если вы поломались, это вообще только в плюс ему. Приедете еще раз. Ладно, еще сейчас два видосика посмотрим и будем, наверное, заканчивать наш первый выпуск, а то он затянулся уже сильно. Я который шарик. Ну вот это чисто такие тиктоки, блин, школьники снимают там какие-то. Или кто только начал катать и пересмотрел видосы, знаете. А, ну грязная тормозуха, понятно. Ладно, ребята, в принципе, видите, видосиков здесь много. По-моему, рубрика получается прикольная. Мы неплохо провели этот час. Ну, не знаю, мы, ну, наверное, минут 30. А что сейчас пришел? Ну, минут 30 мы точно же, наверное, снимаем ролик. Короче, получилось, по-моему, очень круто. Тебе понравился что-то? Да, я думаю, в следующий раз нужно просто снять что-то про самокатеров. Да, или самокатеров, или боемиксеров. Вообще, если вам реально зашла эта рубрика, пожалуйста, пишите в комментариях. Ну, мы обязательно снимем еще что-нибудь такое. Да. Так что... Я желаю вам мирного неба над головой, чтобы все было круто. Не забывайте поддержать это видео лайком, комментарием, если вам понравилось. И до новых видео. С вами был Игорь и Саня. До всем новых пока. Встреч. Типа разговоры после этого. Спасибо. Не, ну типа, блин, я... Я ТикТок смотрю второй раз в жизни. И типа странно вот снимать люди и как на это реагировать. Потому что настолько они абсурдные видео эти бывают. Которые я не знаю, как реагировать. Знаешь, просто теперь можно сливать эту всю помойку не в Инстаграм, а еще и в ТикТок. Это типа еще залетает, набирает какие-то просмотры. Вот просто любое видео, которое у тебя есть в галерее, которое ты не хочешь выставлять в Инсту или еще куда-то. Вообще левое, да? Ты просто туда грузишь вот так. Оно как-то там вот так идет конвейером. Все лайкают, класс вообще, чувак. Мне почему-то кажется, что половина людей даже не смотрят эти ролики. Они просто тупо ставят лайк и выходят. А ты за то, что просматриваешь, оно идет лайк или типа... Не, ну, кнопка, да, отдельная кнопка, ты, то есть, типа, смотришь, ты можешь не лайкать, ничего не оставлять, там, а даже люди никогда не комментируют, это все. Охереть. Так, чувак, ты прикинь, какой это сливной бачок, мы сейчас можем столько там наснимать, херни туда, чего? Да, тоже, вот это видео в ТикТок сразу, в ТикТок туда его. Да, да, будем бить, такое.